зеленых деревьев. Смотрите, никогда не сгинет казацкая слава! Люба! Столу бывает. Ой. Столу в столе. Раки, что ли? Раки здесь. Донские. Что на мелкие? Хлеб-соль. Погодите, хлеб-соль, понятно. А вот рыбка какая? Донская. Донская. Карась. Карась. Здоровый. Икриной. Ух ты. Ну, кура, понятно, варенички. А это оладьи икряные. Икряные. Чесночок как? Хороший? Чесночок. Молоденький. Молоденький. Ой, ну съешь еще один. Я буду рака бы. Рака давай. Не бутафорские? Нет. Ну, в общем, хорошо живется здесь на море. Конечно, раки есть, рыбка есть, икра в рыбке есть. Казачки есть. Чесночок растет, казачки и красавицы. Казачкам, опять же, хорошо. Борщ на столе бывает, казачки? Когда казачка точит нож, петуху не до песен. Казачки суровые, а нет. Веселые. По-разному. Ежели что там не то сделаешь, то ничего не будет. Ни борща на столе, ни головы на плечах. Так говорят, это из казачьего юмора. Ну ладно, удачи вам, успехов, житья хорошего. Потому что дом — это всегда что-то такое, как эталон. Столов вам хлебосольных, детишек вам румяных. Что-то такое вот. Какой-то вот тут прямо из романов, Закруткина, Шолохова, да? Так вот вы и живете, помните? Да. Заветы дедовы-то, а? А то. А еще как говорят у казаков: памятью крепок, родом силен.
Жолта-роза расцвятала возле милого огна. Изменил меня, мой милый, знать судьба моя такая. Изменил меня, мой милый, знать судьба моя такая. Ой, что это тихо в церкви звонят, знать милое венчается. Слышен топот прямо к лесу, знать она куда пошла. Слышен выстрел слева левером, знать застрелилась она. Слышен выстрел слева левером, знать застрелилась. И до лесу я не доходил, с лесами траву окропил. Ах, кто ж тебя, моя милка, револьвером и доручил. Ах, кто ж тебя, моя милка, револьвером. Доручила лево-левеером все злодеечка твоя. Вы шабоя не хотели, чтобы на свете жила я. Приезжайте к нам на Дон, просто погостить. У донского казака вещем угостить. У донского казака вещем угостить. А в станице по весне соловье поет. И казачки у плетня вас улыбкой ждут, и казачки у плетня вас улыбкой ждут. Спасибо, здравствуйте. Здравствуйте. Где вы очутились? Дорогие гости, мы вас приветствуем от всей души на славной, благодатной донской земле. Точно. Старинной казачьей станицы Кочетовской. Да. Станицы, которая богата своими природными красотами, богата своими историческими традициями, замечательными, мудрыми, щедрыми, сильными людьми, которые умеют трудиться, умеют хранить старые традиции. И умеют песни петь могут. Да, умеют песни петь и встречать гостей. Мы заметили, это так. Спасибо. Приветствую вас тоже. Здорово, что столько людей собралось на нашей земле. Кочетовская всегда встречает очень щедрое тепло своих гостей. И много лет назад кочетовские казаки очень сердечно встретили здесь известного ученого, начинающего писателя Виталия Александровича Закруткина. Он приехал сюда
летом 47-го года и остался здесь навсегда. От того, что полюбились ему казачьи курени с дивной резьбой, чистые улицы станичные и казаки. Он когда-то говорил, именно здесь они открыли для меня свое сердце своими песнями, своим трудом, своими улыбками, умением ловить рыбу и выращивать виноград, сажать сады и цветы на этой земле. Виталий Александрович освоил эту землю, посадил прекрасные деревья, которые вас встречали сегодня у входа. Сад, цветы, построил дом. Вот как и раз в этом доме музея, встречал, да? гостей. Да. По его книгам снят фильм, я знаю, «Подсолнух». Известна его повесть «Матерь человеческая». Он сам фронтовик, прошел войну. И, конечно же, его, получается, уже земляки, потому что он лег в Донскую землю, здесь очень любят, помнят и ценят. Закруткин был не просто военным корреспондентом, он был настоящим воином. И даже во время боев в Берлине возглавил батальон. И когда-то Виталий Александрович писал, «Всякий раз, когда цветет сирень, я вспоминаю ту давнюю долгожданную весну победы, которой так долго мы шли, теряя друзей, глотая слезы, стискивая зубы. Как тогда пышно цвела сирень в пригородах Берлина, когда наши солдаты и офицеры под свист пуль, грохот снарядов, скрежет танков бережно на руках выносили из разрушенной больницы и родильного дома обессилевших немецких женщин, крохотных мальчиков и девочек, немецких детей, потому что мы пришли не мстить, не убивать, а защищать мир на земле, весну, любовь. Как тогда пышно цвела сирень. Спасибо. Здорово. Будет очень уместно, если сейчас вот гости, опять же, станицы Кочетовской, гости дома, музея, писателя Виталия Закруткина из Боковского района. Есть такие тут? Есть. А, вот казачки, вперед. Ансамбль «Православный дом». Да, ансамбль «Православный дом». Геннадий Иванович Вечеркин. Спойте, пожалуйста, их дороги. Вспомним и победную весну, и фронтовые дороги. Люба! Люба! Люба!
выехал милый, из родительских ворот он запел казачью песню, аж заплакал весь народ. А у меня казачья пословица: казак Богу свеча и отчизне слуга. Спасибо! Спасибо, ансамбль Спасибо. «Православный дом». Татьяна Николаевна, а такой вопрос. Вот действительно сюда приезжали вот знаменитые люди своего времени, которые по сию пору в наших сердцах, в нашей памяти, которые оставили большой, светлый след на этой земле. И актеры Рыбников, Ларионова, писатели Шолохов, Шукшин. Бывали. Почему они к нему приезжали? У меня такой вопрос. Бывали тут удивительные люди, талантливые, светлые. А Виталий Александрович притягивал всех своей ликующей душой, распахнутым сердцем. Он всегда был раскрыт для человека. Его часто называли рыцарем и даже Дон Кихотом, от того, что он всегда спешил на помощь, без всякого зова. Ну, у Виталия Александровича была сложная судьба. То есть и за стенки НКВД, и всю войну прошел, и попутешествовать пришлось, дай бог, каждому. От Дальнего Востока до Одессы жил и там, и там. И несмотря ни на что, вот он сохранял присутствие духа,
умел дарить радость людям. Это вот поучиться. Да, этому мы и учимся у Виталия Александровича. Стойкости, мужеству. Любил он эту жизнь во всех проявлениях ее благородства, чести, доброты и красоты. И вот это чувство он и дарил людям. Он открывал для них красоту этой жизни. Это так здорово. Ну, Шолохов его ценил, как и писателя, ведь говорил, что он своеобразный писатель. Это... И не похожий на Шолохова, только сам на себя, именно на Закруткина, да? Шолохов когда-то говорил, что это настоящие интеллигенты в жизни и в литературе. Вспоминает, что зимой часто приглашали просто на гуляние кочетовцы, потому что работы осенние заканчивались, и можно было отдохнуть. И здесь он как раз слышал и раздольные казачьи песни, и веселые, и песни, которые рассказывали историю Дона. Ой, а у нас тут есть казак такой, сосед ваш, недалеко тут живет, от Семикаракорского района, вот. Анатолий Жогин. Откуда, Толя, вы, если точнее так выразиться? Ну, хутор Киреевка, Октябрьский сельский. Ну, здесь недалече, да? Я так понимаю, рядышком. Пограничный с нами район. Ну, давайте казачью историческую, а? Такую постариннее. Чтобы так, ох, там деды, прадеды и так далее. Немножечко. Так история меняется, а песня сохраняет все факты, какими они были. Это ехали да со службицы, да казачоночки да домов, ой, на плещах, да и по воньеки. Дай кресты. А едут подорожники, родители, дай стоят, ой, здоровый, дай папа Яша, словой Богу дай сынок. Расскажи, дай папаша, просе, а мью, дай мою, во, расскажи, дай папаша, прожа, а ну и дай мою. О, семья, слава Богу, прибавилась, ай, молода, жененка, сыночка, да родилась, ай, сын отцу, да ни слова, взлетал и дай на коня. Браво! И чего там дальше-то было? Браво! Сыночек-то не его, наверное. Да. Вот она жизнь-то суровая. Засветала шашечка, да, у правой, у руки. Ага, да-да-дай. Да слетела головушка, да с неверной до жены. Вот так вот. Там наверняка еще продолжение есть. Продолжение. Сядешь за стол, и так вот как-то затянется, да по Дону поплывет, по садам понесется. И вот, наверное, минут на 10, а то и, наверное, 20 одна песня. Поболее. У казака!
Казаки! Пляши, казак! На дворе стоит коза, коза громко не ревет, тебя горе не берет. А у меня казачье наставление. Не завидуй купцам, не позорь казачество. Понял? Не позорь. Казачество. Ну, покажи. Донской котейка. Не волнуйся, милая, не переживай, я тебе открою двери в свой волшебный край. Ты еще не видела мой степной рассвет, ты еще не слышала. Тебе не показал времени в обрез. За рекою луговые травы словно лес. Серебристые покосы утренней зарей проведу тебя по росам раннюю. Не волнуйся, милая, жить так хорошо. Мы с тобой должны прожить много дней еще. Не волнуйся.
тебе открою двери свой волшебный край. Эй, шабутная казачья! Ай, куда вздумаю, поеду с тобой, милою, возьму. Александрович сам ученый, литературовед, но говорил, что только рыбак знает по-настоящему, что такое утренняя река, только казак знает, что такое настоящая казачья песня. И о, этому золотые слова! Ну, царствие небесное, рабу Божьему Виталию, Виталию Александровичу Закруткину, мы его помним. Книги его будем читать, а вы сохраняйте. А мы к вам в гости будем приезжать, песни послушать, книжки почитать. И сердце успокоить. Рыбку половить. О, опять же, кому что? Ну, спасибо, аплодисменты, Молодцы! Браво, молодцы! Разудалы, милые донцы! Эх, мы донцы природные, мы на все пригодные! Славные наши деды и отцы! Эх, мы донцы природные, мы на все пригодные! Мы России рады послужить, славу вольну дону приложить. Что ж мы рубились, славы мы добились, наши до границы.